Словно роскошный элемент интерьера, телевизор Philips Designlin Edge с современным дизайном великолепно впишется в вашу гостиную. Вы получите незабываемые впечатления от просмотра благодаря качеству светодиодного LED-изображения, возможностям Smart TV Premium, фоновой подсветке AmiLict, функциональности и форме этого ТВ, Smart TV Premium. Мир онлайн-контента для вас. Полная свобода просмотра телепередач на планшетном ПК, смартфоне или телевизоре. На обновленном главном экране Smart TV доступно множество онлайн-приложений. Благодаря Wi-Fi Smart Screen звездочка можно подключать iPhone, iPad к телевизору Smart LED TV от Philips по беспроводной сети, передавайте цифровые телепрограммы на устройство и наслаждайтесь любимыми передачами в любой комнате дома. Кроме того, вы сможете без труда приостанавливать просмотр любой передачи, просто подключите к телевизору жесткий диск USB и записывайте программу с цифровых каналов. Встроенный модуль Wi-Fi. Телевизор Philips со встроенным модулем Wi-Fi помогает вам открыть для себя целый мир онлайн-контента благодаря беспроводному подключению Smart TV у вас дома. AmiLict Spectra 2. Новое измерение зрительных ощущений с фоновой подсветкой AmiLict Spectra 2. Эта запатентованная технология компании Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание света с двух сторон. AmiLict автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда соответствует изображению, вне зависимости от цвета стены. Преобразование 2D в 3D. Смотрите все фильмы в естественном и стабильном 3D качестве, даже старую черно-белую классику. Технологии Philips позволяют преобразовывать любой 2D контент в 3D в режиме реального времени одним нажатием кнопки. Они помогают сохранить постоянную глубину отображения субтитров и предотвращают такие ошибки, как появление фоновых объектов на переднем плане. Регулировка глубины 3D изображения. Все мы воспринимаем 3D по-разному. Вот почему Philips предлагает возможность регулировать уровень глубины 3D изображения в зависимости от ваших предпочтений. Эта уникальная функция позволяет выбирать глубину изображения, которая лучше всего отвечает содержанию фильма и вашим привычкам. Кроме того, она позволяет сделать изображение более комфортным для глаз. Теперь вы сможете по-настоящему наслаждаться просмотром 3D. Perfect Motion Rate 600GC. Perfect Motion Rate RMR 600GC обеспечивает невероятную четкость изображения даже для динамичных сцен. Новый стандарт RMR от Philips – это сочетание эффектов частоты обновления быстрой панели, функции Perfect Natural Motion и уникальной формулы видеообработки, которые обеспечивают беспрецедентную четкость динамичных сцен. Skype – торговая марка в вашем телевизоре. Расширьте границы телефонной связи, общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype – торговая марка в вашем телевизоре, вы сможете совершать голосовые и видеозвонки прямо из своей гостиной. Просто подключите к телевизору дополнительную камеру для ТВ Philips, PTA 317/00, и наслаждайтесь превосходным качеством видео и звука, не вставая с дивана. Полноэкранный режим игры для двух участников. Специальные очки Philips для полноэкранного игрового режима для двух участников, PTA 436/00, позволят одновременно играть на телевизоре вдвоем и видеть свою часть игры на всей площади экрана. Обычно во время игр в 2D для двух игроков каждый игрок видит игру только на половине экрана. Благодаря технологии 3D теперь оба игрока одновременно могут наслаждаться игрой в полноэкранном режиме. Европейский знак Eco-Label. Экологичный дизайн продукции Philips призван максимально уменьшить негативное влияние на окружающую среду. И наши усилия не напрасны. Евросоюз присвоил знак Eco-Label, Eco-Flower, большинству моделей устройств Philips, отметив их высокую энергоэффективность, сверхнизкое энергопотребление в режиме ожидания, менее 50% от требуемого уровня ЕС Eco-Label, отсутствие вредных материалов, свинца и проспект, и конструкцию, которая упрощает вторичную переработку. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.